We'll be right back.
приготовиться Федотов Андрей. Вес взят. На помост приглашается Пашай Фернар. Вес на штанге 90 килограммов. На помост приглашается Мукашов Саян, вес на штанге 110 килограммов. Вес взят. На помост приглашается Пономарев Юрий. Вес 127,5 килограмма. Праздник!
Все сидят. На поток приглашается Самойленко Иван, вес на штанге 140 кг. А приготовится к Федотову Андрею. Вес взят, на помощь приглашается Федотов Андрей, вес на штанге 145 кг. Вес взят, итоговый результат 112,5 кг. На помост приглашается Досмухамбет Рамазан, вес на штанге 112,5 кг. Вес взят.
Итоговый результат 137 килограммов. На помост приглашается паломников Антон, вес 140 килограммов на штанге. Итоговый результат 127,5 килограмма. На помост приглашается Пономарев Юрий, вес на штанге 140 килограммов. Попытка неудачная, итоговый результат 122,5 килограмма. На помощь приглашается Самойленко Иван, вес на штанге 145 килограмм. Итоговый результат 145 килограммов. А на помост приглашается Федотов Андрей, вес на штанге 150 килограммов. Итоговый результат 150 килограммов. Мужчины, весовая категория до 60 килограммов. За первое место награждается Красавин Руслан. Его результат 110 килограммов. Весовая категория до 67,5 килограммов. За третье место награждается Шакенов Ширак. Его результат 107,5 килограммов. За второе место награждается Досмухамбет Рамазан. Его результат 107,5 килограммов. Оба спортсмена выполнили норматив. Кандидат мастера спорта в этой весовой категории. И за первое место награждается Сосновских Андрей. Его результат 112,5 килограмма. Мужчины, весовая категория до 75 килограммов. За третье место награждается Половников Антон. Его результат 140 килограммов, что является нормативом мастера спорта Республики Казахстан. За второе место награждается Самойленко Иван. Его результат 145 килограммов. Результат спортсмена также выше норматива мастера спорта. И за первое место награждается Федотов Андрей. 150 килограммов.